всех именах, в которых встречается гласная буква «а», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Они не переносят критику, встречают в штыки любые мнения оппонентов. Звук «с» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Их энергетика настолько сильна, что если не направить ее в добрые русла, может проявить себя в виде нервозности и вспышках гнева. Чрезмерные гордыни носители имени с буквы «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Гуманность, благородство, чувство справедливости, альтруизм, снисходительность, стремление быть полезным – вот их отличительные качества. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Звук «К» в имени твердый и колкий при звучании настораживает, вызывает напряжение. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Имеет отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал, мы зависим от твоей помощи.